наш главный спонсор, наш президент СОС детской деревень. В 135 странах в деревне на земном шаре. И он наш главный президент. И он поздравил, приехал. 4 мамы сегодня номинированы на Золотое кольцо, в том числе и я. У нас сам лично президент приехал. И с такой наградой я очень счастлива. Что сам президент, это очень редкий случай, когда сам президент приезжает. Уже настолько в 135 странах пока поедет. Вот наш маленький Темиртау приехал. Поздравляю. Счастлива. Вот мама, отработавшая 10 лет, премирует, вот одевает золотое вот такое кольцо. Специальное кольцо такое. Сейчас вот президент рассказывал нам, что именно... Ну, они пришли к такой идее, что мама проработала, как-то должны ее отметить, ее работу, и вот они таким образом на десятилетие. Это очень большое признание, конечно, для нас.